Вот наш коллектор вот отсюда идет. Вот сюда. Сегодня жители ряда домов по улице Целинной с гордостью рассказывают о том, что им удалось устранить проблему, решение которой они ждали годами. Проект совместный. В реализации принимали участие и городские власти, и сами жители. Напомню, в мае этого года Анатолий Пахомов встречался с владельцами домов, которые, в свою очередь, попросили мэра помочь в проведении центрального канализационного коллектора. Прошло всего 3 месяца, и общая задача решена. Не было канализации. И вот благодаря нашим властям, нашему мэру Анатолию Николаевичу Пахомову, он приезжал к нам, организовал все, водоканалу обратились и помогли нам всеобщими усилиями. Благодаря этому на нашей улице появилась канализация. Общий коллектор – результат работы мэрии и одного из застройщиков. Самим жителям сделать подобное было бы невозможно. Реализация оказалась сложной. Строителям, чтобы проложить трубу, пришлось делать технический прокол под уже существующими объектами. Была нам поставлена задача проложить канализационный коллектор. Были очень тяжелые технические там моменты, вот этот подмойку, там у них бетон, трубы, разные разводки, но мы это, несмотря на все сложности, успешно справились с этой задачей. К домам подводили трубы уже самостоятельно. Порядка 45 тысяч обошлись работы и материалы каждому. Сделать своими силами центральный коллектор общей стоимостью почти 8 миллионов рублей, говорят сочинцы, было бы не под силу. Вода дошло, текло все, выгребные ямы, вот отсюда прямо шло туда. Вот мы подвели новую трубу, можем в любую секунду соединить с нашей канализацией. Технические условия выполнены, договоры с водоканалом подготовлены, подключения начались. Но в целом работа по канализованию Целинной не завершена. По улице Целинной проведена большая работа, очень сложный объект реализован. Кроме того, что есть возможность подсоединения около 100 домов частного сектора. Остался другой склон улицы Целинной, где тоже будут проводиться работы определенные. Сейчас проводятся на улице Пластунская большие работы. Вот это Бавяна, большой кусок, тоже будет канализован. В городе реализуется большая программа по канализованию всего курорта. Задача – полностью исключить незаконный слив сточных вод, не допустить сброса на рельеф. А для жителей домов по улице Целинной в прошлое уходят септики и выгребные ямы. Благодаря нашему мэру, все равно мэру, сделали, все готово, осталось мелочевку подключиться, и пожалуйста, нашему мэру приглашаем на барашку, наверное, придется таки эту барашку порезать и покушать. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.